Учитель начальных классов средней школы номер 1 Гаюна Хатанзейская представляет Ненецкий округ на всероссийском конкурсе «Учитель года 2021». Как преподаватель из заполярной столицы попал в финалисты конкурса и какие испытания предстоит пройти, расскажет Василий Хатанзейский. Учить детей грамоте и арифметике Гаюна Хатанзейская мечтала с детства. Ее мечта сбылась, и вот уже 13 лет она преподает в начальной школе. За это время педагог младших классов набрал достаточно опыта, чтобы представлять регион на таком масштабном и значимом конкурсе для всех учителей России. Конкурс «Учитель года» в нашем регионе проходит раз в 2 года. Наблюдая за участием коллег в этом конкурсе, мне тоже захотелось проверить свои возможности. В 2020-м я являлась призером регионального этапа. После чего Гаюна Хатанзейская начала усердную подготовку к очередному конкурсу. И результаты не заставили себя долго ждать. Уже на следующий год учитель прошел испытание федерального этапа конкурса. Сейчас педагог борется за звание лучшего учителя года на всероссийском уровне. Первое конкурсное испытание – методическая мастерская. Перед членами жюри я представила использование приемов мнемотехники в работе с детьми начальной школы. Эти приемы значительно облегчают запоминание учебного материала. Второе конкурсное испытание – урок. С ростовскими второклассниками на уроке окружающего мира мы узнали, от чего происходит смена времен года. Участие в таком масштабном конкурсе дает учителю возможность не просто продемонстрировать свои профессиональные навыки, но и получить массу новой информации и идей, которые могут пригодиться в дальнейшей работе. Благодаря большой поддержке своих воспитанников и коллег, Гаюна Хатанзейская настроена победить в конкурсе и войти в топ-15 лучших учителей года 2021. Мы всем коллективом болеем за нашего учителя начальных классов, за Гаюну Роландовну Хатанзейскую. Нам передается ее безграничное волнение. Хотим передать ей заряд творческой энергии, оптимизма, яркой встречи с Ростовом. То, что Гаюна Роландовна стала участником всероссийского этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года», это уже для нас и для нее является победой. Первая учительница для третьеклассников первой школы – самая лучшая, самая любимая. Они всегда чувствуют ее поддержку. Помимо общеобразовательных предметов, Гаюна Хатанзейская обучает ребят и социальным навыкам, например, этикету, что очень важно для культурного воспитания детей. Гаюна Роландовна очень добрый, хороший и смелый учитель. Она нас учит, дает интересные задания, обучает нас грамоте, чтению, письму. Хочет, чтобы мы были самыми лучшими. Гаюна Роландовна, она нас научила доброте и хорошей грамоте. Дети, именно они главный стимул преподавательской работы. Воспитанники преподавателя скучают по учителю и верят в ее победу. Гаюна Роландовна, мы вас любим! Удачи! Гаюна Роландовна, мы с вами! Гаюна Роландовна, идите всегда вперед! Гаюна Роландовна, мы вас любим и ценим! Гаюна Роландовна, мы с вами! Поддержать преподавателя может и любой желающий житель региона. Отдать свой голос за учителя начальных классов средней школы номер 1 Гаюну Роландовну Хатанзейскую можно на платформе Viber. Адрес чат-бота для голосования вы видите на своем экране. Василий Хатанзейский, Владислав Носкин, телеканал «Север».